романтик. И все, что он не пишет, и когда даже поет, особенно на французском языке, когда он поет, то это очень чувствуется. Если бы он родился, скажем, не в Болгарии, а в Париже, то ему успех был бы обеспечен как шансонье сразу, потому что у него очень, ну, утонченный взгляд. Мне было лет 15, когда он был очень популярен в России. И вообще болгарская эстрада была очень любима зрителям. Наряду с Югославией, румынская эстрада. Это единственное, что нам показывали тогда. И Милу Димитрову очень любили, встречали всегда с распростертыми объятиями. И Милу, можно сказать, обязана даже чем-то. И даже не как композитору. Может быть, даже... Ну, как композитору, да. Может быть, я даже обязана еще одному человеку, который просто принес мне эту песню. Где-то случайно мы получили от кого-то открытку. Я говорю, ну, кто это был такой? Появился из темноты, дал мне эту песню и ушел. Ты счастливый человек, понимаешь? Ты счастливый человек. В главном. Даже человек, написавший одну песню, такой, как Арлекино, он должен быть, просто обязан быть счастлив. Лишите Милу Димитрову дома и машины. Ну, он погорюет, но не заметит. Он пойдет к друзьям, переночует, и все. Но если вы его лишите своей любви, именно хотя бы Болгария, да? Если вы его лишите, считайте, что он погиб. Потому что другого богатства, кроме, ну, можно там было, мы всегда чем-то жертвовали. Я бриллиантов не ношу, но я любила картины, там, я, скажем, покупала. Он любил антиквариат. То есть все деньги уходили куда-то, чтобы хоть на какую-то красоту, чтобы осталось что-то. Насколько я знаю, он распродает это все, потому что ему жить не на что толком. И тем не менее, удержит его на плаву и меня. Это любовь народа. Было бы стыдно моей стране, во всяком случае, если бы я была бы совершенно нищей. Потому что я не говорю только о себе, хотя, ну что без ложной скромности, я тоже национальное достояние, как Эмиль Димитров. Почему человек, создавший, скажем, самолет, вертолет, он что-то сделал? А мы создавали другое, нематериальное, духовное. Это одна из неприходящих ценностей. Все есть. А чего нет, то было уже. А у других когда будет? Замкнулся круг, знаю, кто враг, кто друг, но не забуду никогда, как больно обжигается душа. Надоели все слова, опротивила молва, ярмарка тщеславия, ай-яй-яй-яй, все пиарятся вокруг. Наша жизнь словно бал лицемерия, где все счастливы, только не верьте нам, никому из нас, никому из нас. Здесь предательство чаще доверия, что не алмазы, то бижутерия. Счастье на показ, счастье на показ. Ай, красавец! А. Здесь миллионы рук верность на части рвут. Ой, да не вернусь уже туда я, той прежней, кем была для всех тогда. Пусть незнаком сюжет, я не смогу уже жить в мире королей и слуг фальшивых. Целуев и разлук. Вся наша жизнь словно бал лицемерия, где все счастливы, только не верят.
Анастасия Волочкова. Не хватает ни сил, и ни слов, ни обиды моей. Голос трубный, громче всех на земле голосов. Понастроила сама надежды дерьма, и ищу я тебе своего того толпе. Своего, своего, своего того толпе. Еще сады не распускались, встречая первое тепло. А я гляжу знакомый аист, над крышей выпрямил крыло. А вот у Ассальсон есть романс про меня в будущем. Метель метет, и в белых хлопьях. Да, уходят храм в одних лохмотьях. Старушка нищая стоит, и подаяние ожидая, она с мольбою смотрит вслед. И ночью, и зимой, босая, подайте милостыню ей, подайте милостыню ей.